Традиционно начнем с балкона. Тут всегда вот на 4К посмотреть, интересно, как это все выглядит. Ну, картинка достойная, отлично, просто шикарно. Так, мелкие детали. Фокусировка вообще просто, просто писечка-булочка. Вот на мелких деталях, типа листья, ну чуть-чуть, конечно, плавают, но все равно за 4000 гривен это, по-моему, самый такой идеальный вариант.